Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики. Лето, время отпусков. А у нас в Белгороде такая жара, что прямо, если бы еще и море свое было, средиземное, мраморное или красное, то вообще как на курорте. По температуре мы уже приблизились и к Египту, и к Турции. Еще чуть-чуть, и уже до Арабских Эмиратов дойдем. Ну и вместо отдыха спасаемся от жары, потому что, наверное, уже и отдых людям в тягость. Сейчас самое пекло. 2 часа дня. Если окно открыть и посмотреть, картинка-то ничего. Но когда выходишь, понимаешь, что нужно уже назад заходить, потому что невыносимо. Клумбу постоянно поливаем, потому что иначе все умрет на клумбе. Но все равно делать что-то надо. И сегодня с вот этой стороны, пока не было солнца, решила у сына на балконе убрать. Как говорится, погода и помогла, иначе долго бы собиралась. Ну, время от времени мы делаем здесь уборку, но так, чтобы более или менее капитально, не получается, потому что прибегаем набегами. И вот сегодня мне подвернулась возможность сделать это. Ну и давайте вместе посмотрим, что же у нас здесь на балконе. Кактусы. Для кактусов идеальное место. Ну, как бы особо сильно солнечные лучи не попадают, иначе б я явные увидела бы ожоги на кактусах. Но им тут комфортно, им жара как раз самая нормальная. Потом многие, кто следят за видео на нашем канале, знают, что я занимаюсь сухоцветами. Вот гортензия свежая этого года. 2 цветочка у меня были подсушены. Один я прям так поставила. Я думаю, что он не опустится, форму свою сохранит. На этой стороне у нас опять кактусы. И здесь тоже. Ну, а вот здесь вот кала. Поставила ее сюда, но солнце ее здесь достает. Время от времени поджигает ей листики, жарковато. 2 калы. Вот это один раз цвела. Это уже давно у меня. Цветения особо нет. Как попрохладнее становится, так листья становятся зеленые, такие мясистые. Здесь алоэ стоит. Вот алоэ здесь место идеальное, потому что поставишь на окно, солнце попадает, она желтеет. Ну, вот здесь есть у нас такое кресло с накидкой моей, которую я сделала из старой одежды. Здесь вы видите подсвечники, вот это аромалампа. И вот здесь, ну, сейчас это только как декор. Если еще и свечи зажигать, то это просто катастрофа. То есть будем ждать более прохладных времен. А так, небольшой балкон, но вполне уютное место для отдыха. Если захочет тот, кто здесь будет сидеть, можно с подоконника убрать цветы. Их можно вот сюда вот на пол переставить. А подоконник использовать как мини-столик. И, пожалуйста, чай, кофе, прохладительные напитки. Можно просто посидеть, по телефону побеседовать. Можно, если не жарко, позаниматься рукоделием. Это уже если я прихожу. Так, при такой жаре, конечно, сильно здесь не посидишь. И свечей не позажигаешь, и аромаламп тоже. Ну, вот здесь я повесила 2 гортензии подсушить. Сейчас самое время, если вы надумали сухоцветы какие-то себе запастись, то можно как раз сейчас это делать. Я это делаю вот таким образом, подвешиваю и подсыхает. Главное, чтобы было проветриваемое место и не было
прямых солнечных лучей, чтобы не сгорели. Вот здесь у нас засушенное сено для ули и пули. Насушили в коробочке, такие картонные сложили. А это пальма из финика. Как-то случайно я ела финики, несколько косточек бросила в землю. А потом смотрю, у меня росток какой-то появился. Но так медленно она растет. Вот это, наверное, года за три только она выросла. И особо сильно ввысь не идет. Ну вот принесла сюда, думаю, может, ей нужно, как в тропических странах, чтобы было потеплее, пожарче и солнца было достаточно. Мы посмотрим, какой будет результат. Ну вот такой у нас балкон. На пол я еще положила коврик, который сама вязала крючком. Сейчас сына нет, это его квартира, поэтому его отсутствие я могу стелить коврики, расставлять, как более или менее мне нравится. Но с его приездом возможен вариант, может и убрать, потому что он мне сказал, когда я отсутствую в квартире, можешь делать все, что хочешь, и ставить. Но уже когда я приеду, я уже буду сам смотреть. Поэтому я навела порядок, помыла на балконе. Там у нас импровизированный хозблок. За вот эту трубу я спрятала ненужные вещи. Помыла полы руками, тряпочку взяла, не стала шваброй мыть. Ну и, наверное, лучше всего, если на балкон заходить не в тапках, меньше грязи будет, а разуваться, потому что здесь чисто и еще и коврик у нас. Вот так в жару мы наводим порядки. Протерла баночки всякие, какие у меня тут стояли, плитку вот эту. Вся мокрая от жары. Кондиционер время от времени работает. Без кондиционера свинкам совсем плохо, очень жарко. Ну и надо приступать к другим комнатам, потому что здесь тоже во многих местах есть пыль.